Губернатор Приморья Олег Кожемяков в своем телеграм-канале показал, как наши земляки обустраивают свои позиции на фронте в зоне СВО. В прошлый раз бойцы просили пиломатериалы для блиндажей и траншей. Лесопромышленники Приморья бесплатно предоставили десятки вагонов леса. За это их поблагодарил глава региона. Весь груз уже на фронте у морпехов Тихоокеанского флота, десантников ВДВ, добровольцев отряда «Тигр», 5-й армии и других наших частей. На протяжении всей специальной военной операции правительство региона обеспечивает поставки в войска специального оборудования и снаряжения. На средства краевого бюджета для фронта были приобретены и отправлены беспилотные летательные аппараты, оптические приборы, радиостанции и электрическое оборудование. Большую поддержку оказывают и сами жители Приморского края. Они снабжают военнослужащих спецсредствами, теплой одеждой и медикаментами.